колесо оставил? Оставил колесо сзади! Смотрим, какие свойства. Ой. Игорюшины игруши. Нет, ребята, смотрите, что у нас сегодня. Сегодня, на самом деле, у нас будет эксперимент с ненеютоновской жидкостью. Да, мы попытаемся сделать ненеютоновскую жидкость. Вот мы закупили кучу крахмала, налили воды, подготовили машинки, а машинки будут с ней бороться. Мы хотим проверить, правда ли, что по ненеютоновской жидкости можно ездить. Как по воде-то нельзя ездить, а по жидкости ненеютоновской? Как ты думаешь? Я думаю, что они смогут. А вот это мы сейчас и проверим. Ну что, высыпаем наш крахмал в ванночку с водой, перемешиваем с помощью блендера, который мы подготовили, и проверяем машинки. Машинки у нас разные. Просто модельки с инерционным механизмом и машинка на радиоуправлении. Всех их мы попытаемся прокатить по жидкости. Погнали? Да. Открываем! Хе-хей! Куда его сыпать? Его надо сыпать прямо в воду и перемешивать. Ну, о, перемешивай, крути по кругу. Ребят, мы делаем один к одному, но почему-то жидкость внизу. Ненеютоновская жидкость почему-то в самом низу. Вот, смотрите, ребята. Сейчас мы их поддостанем. Пап, не вот, поднимай, вот, а то она вообще не останется. Вот она, вот, смотрите. Она... Пап, не поднимай, а то ничего не останется. Вот она, смотрите, вот. Вот она какая. Ее сжимаете, она твердая. Отпускаете, она течет. Смотрите. Отпускаете, она течет. О! Вот она какая. О! Я змея. Ну что, теперь наша основная цель. Пропустить по ним машинки. Смотрим? Смотрим? Да. Давай. Ну что, давай начнем с монстр-трака, который на радиоуправлении. Включаем его. Подожди-ка. Вот смотрите, ребята, мы его ставим. Вот просто посмотрите внимательно, докуда идет жидкость. Вот докуда идет жидкость. Вот, сейчас мы покажем. Жидкость у нас идет почти до середины. Смотрим, что будет с монстр-траком. Он стоит, но он погружается. То есть, если его бросить, вот его даже не вытащить сразу. Вот смотрите, если его бросить, он стоит. Но стоит его немножко отпустить, он сразу тонет. А теперь попробуй вытащить. Даже не вытащить, да? Вот такое свойство, смотрите, ребята. Давайте попробуем его завести сейчас вот здесь. Попробуем, только надо сразу его заводить. Так, у нас небольшие неполадки. Так, смотри, я проверяю, крутится мотор или нет. Во, крутится, смотрим, сразу резко. То есть едет, а назад... На. Видишь? И тонет сразу. Сразу тонет, ну-ка. Теперь проверим вот, наверное, ванну. Не едет. О, вот она где, видишь? Ну-ка, давай попробуем еще раз. Давай бросим, может, она проедет? Вот мы ее завели. Она должна, по идее, ехать по воде. Смотри, успеет она? Немножко едет, а уже потом... Нет, не едет, да? А это у нас такая же с мотором. Ну-ка. Тонет. Вот такая вот жидкость, ребята. Ничего себе, а. То есть она... А теперь попробуй вытащить. О, даже не вытащить. Посмотрите, ребята, вот это да. Смотри, вот если катать, он катается. Посмотри, он катается спокойно. Поверху, видите, ребята, поверху катается. А если стоит его отпустить, он тонет сразу же. А этот, ну-ка, давай-ка его раскатаем. Ну-ка. О, он катается, видели, ребята? Вот для кого эта машина. Вот для этой машины, посмотрите, ребята, вот она как едет. Вот делаем инерцию. Он едет, но стоит встать. И он тонет. А теперь попробуй его вытащить. То есть какие свойства мы для себя определили? Что если делать все резко и быстро, то жидкость твердая. Да?
Вот, то есть вот так можно катать вот по ней. Но стоит остановить. Дождик. Но стоит остановить, и она тонет. Дождик. Тяни, 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 никак, никак. А! Ключи. О, колесо оставил? Оставил колесо сзади. А потому что оно, папа, знаешь, затянуло почему? В болото? Потому что оно слишком маленькое и... Ну, надо машины будет нам мыть, серьезно, серьезно мыть. Не вытащить? Тихонечко надо тянуть, наверное, медленно. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот, смотрите, ребята, то есть она еще и засасывает. Она еще и засасывает, ничего себе. Ух ты. То есть, смотри, попробуй покатать вот здесь. Попробуй, катается? Вот если оставить ее, она тонет. А если катать, то она катается. Твой дедушка. Она катается, но стоит ее оставить, и она сразу тонет и не вытащить. Все, не вытащить. Быстро нажимаешь, она твердая, смотрим. Смотрим, какие свойства. Ну! Ой, Игорь меня обрызгал, смотрите, ребята. Я тоже. Да? Ну давай, достанем, покажем ребятам, как... Ничего, пап, потом помоемся. Да, давай, достанем, покажем, 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 что это за жидкость. Вот смотри, покажи ребятам. У меня руки как зомби. О, смотрите, ребята, вот такие вот свойства. Вот жмете, она твердая. Стоит ее отпустить, она течет. Вот такая вот интересная ненитоновская жидкость. Машинки действительно ездят, но очень быстро надо ехать. Стоит оставить, они тонут. Ну что, на сегодня эксперимент закончен, пошли мыться, потому что мы уже все вообще испачканы полностью. Только я ненитоновская жидкость. Поиграть? Ну, я пойду помоюсь. Мне уже не до игр. Ну что, нет, будем прощаться? Пока, мальчики и девочки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока, ребята. Это была не ньютоновская жидкость. Достану-ка я машинку. На тебе. Не достать мне машину-то. Смотри, а давай поднимем всю коробку. Можем поднять? Ну-ка. Смотрите, ребята, можно поднять коробку вместе с машиной. До новых выпусков, друзья. Пока-пока. Ой. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игрушек.